Хотелось немножко про цифровые рубли, нам тоже много говорили, и вдруг заметили молчание, да, тишина. И участвует несколько банков в эксперименте, 300 физических лиц в эксперименте, все отлично, не волнуйтесь, да, эти деньги можно окрасить, да, у этих денег можно срок годности, но мы же не Китай, не волнуйтесь, дорогие люди, люди наоборот волнуются, дьяволова печать вообще, это вообще, в общем, в обе стороны много эмоций, и вдруг замолчали. Но самое смешное другое, до сих пор непонятно. Первое, что такое цифровой рубль, это счет или монета, есть разные формы. А там задействован блокчейн или не задействован блокчейн, да? Как происходит эмиссия? Ни одного ответа нет, ни одного до сих пор. А эксперимент